Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тестик новой имбы, и я необычный тест делаю. Я вам уже показал имитацию героя. Вы ее, думаю, увидели. Кто не увидели, посмотрите. С победным выпадом, с священным судом, Holy Conviction, Victor Lunch здесь, то есть победный выпад, который режет минус 6000, в принципе, это не особо будет ощутимо на большом прорыве, честно говоря, но урон довольно-таки неплохой. И у нас будет сегодня интересный тест. Я вам показал, что SO, в принципе, на простой эволюции, без прорывов, такое, не особо оно режет входящий урон против 30-х прорывов, в основном сейчас 20-е и 30-е, то есть вы там особо не добьетесь. Против слабеньких героев, возможно, да, там будет какой-то показатель. Но мы ищем универсальность, и мы с вами сегодня затестим героя. Нам надо ему добавить урон. У нас есть уклонение. Как вы знаете, для того, чтобы урон был, это надо криты. И я решил сделать интересную сборку, в которой есть жизни. Мы возьмем дар. Я не помню, как он на русском сервере называется. В общем, Victorious Fury. Vigorous Fury. Вот так вот. Огонь жизни или что-то. Как-то так. Я на русском сервере, к сожалению, много не играю. Мы делаем 9-й ап. То есть делаем максималку. Что у нас получается? Плюс 120% жизни, это больше, чем у баста. А баст поставим эмблемой. То есть я специально сделал, посмотрел, сковал 9-й бастион, который дает и атаку, и жизнь. То есть у нас получается прилично добавка к жизни и к атаке. Плюс режется немножко урон. Ну, то есть такая довольно-таки интересная сборка, плюс у нас будет ангел еще дополнительно для отхила. Вот такая вот сборка, поехали потестируем по локациям, и я уже буду дальше двигаться, буду тестировать дальше героя. Самое интересное, что тут добавляется крит, то есть герой должен критовать, ух, как жестко. Как видите, победный нам дает плюс там 5400 уменьшения входящего урона, но как видите... Против воодушек это не особо спасает. То есть он будет обездвижен, как и многие герои. То есть в этом плане надо искать, конечно, другую расту. Чтобы можно было бы хоть что-то увидеть. Еще герой очень боится стана. Так, отлично, поехали. Сейчас, к сожалению, как видите, он дамажит юнитов. Пока он их всех не передамажит, он не успокоится. Вот. Вот теперь вот самое интересное. Он, опять же, он не боится заморозки, но он, видите, вот, в чем проблема. Он боится стана. То есть нас не сколько слил это, сколько слил стан от башен, потому что его застанили. То есть это основная из проблем, придется все-таки думать ему ставить там слона, либо что-то в этом роде, потому что без этого никак. Либо железку. Железка, но от нее толку тоже не особо будет, у него и так иммунитет к забору энергии. Так, Ронина, вот мы, по-моему, на этого челика нападали уже. Сейчас посмотрим еще разу. То есть такой сборки у нас прилично жизни, но, как видите, дамага у нас тоже не особо много. Так, ну, посмотрим сейчас. Все равно он проседает. Сейчас, пока он поубивает и начнет бить по героям, то его, скорее всего, уже ушатает. Вот, а теперь пошел нормальный отхил от героя. И вот это вот самое интересное. Посмотрите внимательно, как обалденно проходит криты с победным. Он офигенно по 80к выносит, и он хилит очень круто. 21 тысяча, то есть, в принципе, средний, и по урону неплохо, и по всему остальному. Это герой с 10-ми прорывами сейчас есть. Посмотрите, сколько урона проходит. Вот писали ребята, что фигня, фигня герой. Герой как раз-таки не фигня. Если его правильно собрать, вот видите, опять из-за стана мы просто тупо слились. То есть надо думать что-то насчет стана. А думать насчет стана
вариант вот такой вот есть, убирать отсюда ангела. По сути, с ангелом нам все равно, ну, толку никакого нет. Пробовать ему ставить слона. То есть такой вариант. На прорывах, конечно, он будет и намного интереснее, но я пока не спешу. Он у нас уже 13-13 прокачан. Так, тоже опять космос воодушевлением. Вот, что-то попроще. Опять, пока он сейчас всех юнитов не перебьет. Смотрим Фрея. Вот видите, 220 мы получаем отхил от юнита. Вот когда мы только юнитов перебьем, у нас увеличится нормальный отхил будет. По 20 тысяч. Но к этому времени нас могут уже, к сожалению, слить. Вот, вот начался нормальный отхил. Вот с этого момента он просто будет неубиваемым. Ну, недомогание опять мешает. Но опять же, Фрея слита, Фрея с пактом. Ой, тут и с пактом говорю, с прорывом я уже заговорился. Сейчас посмотрим дальше. Вот посмотрите на Ледяху. Там Ледяха плюс 500 от хила получил. Нам насрать. Посмотрите, какой урон обалденный от крита. Вот мне это нравится. Огонь, огонь, по-моему. Я не помню, как называется. Единственное, видите, чары. Вот недомогание. Ну, это минус всем героям. То есть с недомоганием герой просто не имеет от хила. Ну, тут 16-й прорыв уже. Но все равно базу он разрушил офигенно. И урон выдержал. То есть такая сборка, как по мне, одна из универсальных будет. Посмотрим дальше, что будет на прорывах. Потому что каждый прорыв, как вы знаете, это по-своему добавляет героя. Некоторые раскрываются еще лучше, некоторые без изменений. Но такая вот сборка мне нравится очень. Так, вот обычный игрок без прорывов. С 12-ми, правда, скиллами. Но вот против нас сейчас посмотрим. Вот минус, пока мы не уберем юнита, мы будем хилиться, как видите, очень плохо. Ну, плюс опять недомогание, то есть оно режет в 10 раз. А вот когда мы дойдем сейчас, если, ну, мы не дойдем, нас опять же слили. Вот вам как бороться с этим героем, это недомогание. Так, давайте еще один разок забежим. Вот какие-то простенькие герои, отлично. Я надеюсь, хоть тут мы сможем их затащить. Вот опять недомогание. То есть в основном вот это самая топовая чарка и самая такая злоебучая со всего, что есть. Она очень мешает. Сейчас пока мы юнитов убьем. Вот, а теперь посмотрите, какой начался обалденнейший отхил. Вот это реально радует. Опять недомогание помешало. Вот только мы слили недомогание, нормально все пошло. Опять недомогание. То есть, видите, вот так вот. Но все равно он дамажит очень круто. А, так, окей. С этим разобрались. Теперь тестируем с вами его, опять же, на волнах. Я тестировал его в обычной сборке, то есть не особо прокачанного. Сейчас мы его затестим. Берем эту какашку отсюда. Вот такая вот сборка у нас будет от стана, защита немножко, чтобы мы особо там не станились. Сейчас пойдем на волны с вами посмотрим, что нам покажут, что нам дадут волны такой сборки. Так, давайте волна АА. Воодушевление. Поехали. Просто обалденно. Он все критует, ребят. И вот это реально радует. То есть, блин, вот уклонение получается. Вот реально топовый талантик получается. Жизнь добавляет. Да, урона не так уж и много будет, но жизни плюс 120%. И посмотрите, как вылазят криты обалденно. То есть крит, 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 крит. Вы можете собрать уклонение, плюс добавить урона критом. И я считаю, это очень отличная альтернатива. Отхил вполне классный был. Вот слился. Опять мы не затащили.
Так, ну давайте еще раз. Там, по сути, отражалки было столько. То есть мы от каждого урона получаем... От каждого урона наносимого мы получаем отражалку. Соответственно, мы просто тупо убиваемся с таким количеством. Посмотрите, сколько там ударов. 20 ударов за 4 секунды. Это та же самая Афина. Вот он просто сливается на отражение. И мы тут ничего не сделаем. А в таком случае, конечно, сюда лучше всего было бы проклятый доспех поставить. Попробовать ПДшку, но опять же... Мы ограничимся там не, ну, в принципе, нормально мы так ограничимся, но у нас и так стоит ограничение. То есть, как видите, в этом плане вот он будет страдать из-за своего урона на огненках, как я показывал вам, что огненка для него либо какая-то отражалка, это реально просто печалька будет. Такс, хорошо, давайте попробуем на арене что-то придумать. Так как он у нас автопрокер, мы можем ему сразу же тыкнуть сюда ремочку. Вперед и в бой. Ай. Немножко не тот состав вам поставил. Это немножко секретный состав. Спалил, что я фанат Рылева. Вот смотрите, сколько мы урона нанесли уже. По камешку, в принципе, довольно-таки неплохо бьет. Но видите, вот опять же, его умение, которое дает отхил, оно не срабатывает на здание, оно срабатывает только на героев или юнитов. То есть это тоже надо учитывать. Ладно, пусть уже добьет. Пойдем дальше потестим. Ну, сборка довольно-таки интересная. Я уже потом его затестирую на максималке. Сейчас пойдем на PvP локации, еще посмотрим, что у нас получится. То есть он у нас автопрокер, набирает очень быстро энергию. Единственное, я же говорю, заморочки, чего он боится, это стана и отражалки. Но он справляется против заморозок, и это очень круто. Интересно будет его на атаке фартов посмотреть. Тут, конечно, у меня такие противники жесткие, но все равно вторые эволюции, в принципе, такие же, как и я. Вот отражалки. Вот видите, да, как он проседает? Он хилится с одной стороны, а с другой стороны он на нем проседает очень конкретно. То есть тут благодаря тому, что у нас было несколько героев, он на них хилился больше. Но если один на один будет, он себя, в принципе, убьет, потому что у него дамага будет... Ну, это не факт, конечно, но будет интересно посмотреть против того же Атланта, чтобы он включился. Думаю, это мы затестим в ближайшее время. И посмотрим, как же это все будет выглядеть в реалии. В принципе, сделаю Атланта. В общем, вот как-то так. Но пока мне реально он нравится. Он нравится то, что он универсальный, он себя хилит, имеет кучу разных иммунитетов, обалденный дамагер, имеет ограничение входящего урона, как Фрей и Огник. Этим он реально очень крут. Так, отлично. Поехали дальше. Вот Ледяха.
Вот смотрите внимательно. Ну что вы на это скажете? Скажете, что это не имба? Посмотрите, Фрейя против нас. Посмотрите, что он сейчас с Фрейей сделает. Он просто унижает ее. Жесть. Видите, у него отхил вот... В чем минус? Кончились герои и все. И все, до свидания, Фрейя. И он убил сколько топовых героев тоже. Вот вам что значит интересная универсальная сборка. Никогда не говорите, что герой там не имба или он никакой, пока вы его не протестите в разных сборках и на разных героях. Герой на сегодня один из топовых. Он будет шатать Фрейю один на один. С Огником он тоже. Возможно, он не будет его убивать, но он ему равносилен и он более универсален. Вот так вот. То есть он имеет иммунитета намного больше, чем все другие герои. Ну, тут единственное, я же говорю, что стан, недомогание, это то, что останавливает, в принципе, многих героев, большинство, 99%, наверное, героев. Но то, что он имеет, он еще дополнительно такой отхил и такой урон, это, конечно, нечто. Поэтому можно смело говорить, что действительно, да, он на сегодня один из таких из имбовых героев. Интересно, что же будет все-таки на забытое? Вот вам тоже, наверное, интересно посмотреть на это. Хотелось бы встретить Некрос. Может, тут что-то интересное есть. Вот тут по-любому даже... А, тут не особо интересное, как видите. Ну вот, благодаря такому криту и такому дамагу, просто нечто, ребят. Видите, наносит нули, он не хилится. То есть тут вот, кстати, тут ледяха может его затащить. Видите? Не, все равно ушатал, красавчик. Вот нравится мне он этим, что он реально очень интересный и очень универсальный. Там есть еще Фрейя. Что там вы говорили? Посмотрите, сколько героев топовых дамажит его. И вы хотите сказать, что это не имба? Вот посмотрите, вот его застанили даже. Как он обалденно противостоял. 25-е прорывы, 20-е прорывы. Это просто вау. Вот посмотрите внимательно. Вот как по мне, это нереально круто. Герой без прорывов. Но то, что он делает, вот давайте еще ради интереса еще разок на него нападем. Как по мне, реально, вот посмотрите, что там у героев остается, там он просто аут. Посмотрите, какие герои, блин. И с прорывами 20-ми уже. Так, интересно еще на этого напасть, посмотреть на Фрейю. Идем на ЗБшку. Здравствуй, Фрейя! Вот что вы скажете, ребят, на это? Да, возможно, но вот посмотрите на его дамаг. Там Фрейя, скорее всего, с выживанием. Посмотрите, что он с нее делает. А вот, конечно. Вот это герой. Вот это действительно герой, который будет унижать Фрей. То есть даже Фрейя один на один с ним справиться никак не может. Он ее парализует. Это при том, что я не поставил, я мог поставить недомогание, то есть она бы не зарядилась вообще. Вот как-то так. То есть, исходя из этого теста, не максимальной прокачки, можно уже говорить, что это действительно имба-герой.
И действительно будет круто, когда какой-то бездонат его и соберет, потому что я не знаю, какие будут акции, но если эта акция будет остро вводиться раз в месяц, это, конечно, печально. Очень долго они будут его собирать. Ну, точно, в принципе, так же, как и у Огника, наверное. Но это реально круто. Побежали. Побежали в забытую. У меня тут, к сожалению, 0 стоит. Ну, это пофиг. Нам главное посмотреть, найти хотя бы какие-то вторые эволюции. Поехали, смотрим. Тут-тут-тут, геройчики с прорывами, да, свидос. Тащи, я тебе сказал. Ну, видите, опять же, недомогание. И все равно посмотрите, что он делает. Что он чудит. Как он держится. Вот. Круто. Вот реально круто. И вот только, ну, вот недомогание, это понятно. Это любой герой, даже вот такие могут слиться от этого недомогания. Их могут пошатать. Мне нравится. И реально нравится этот герой. Ебой! Вы говорите, он не тащит? Он круто тащит. Смотрите, как срабатывает там на этом. И что у нас там, вольт? Думаю, вопросов у вас нет. Если есть вопросы, пишите комменты. Ну, я думаю, я вам и так показал уже очень интересную сборку для него. То есть, такая сборка очень крутая тем, что он наносит дофигища дамага. Имеет нормально еще и жизни при этом. Ай, блин, там Асура был. Надо было на нем... Ну, просто нереально. Посмотрите, сколько он дамага выдает. Это просто аут. 4 цели. По 80к влупит. То есть, он бьет героя без брони. То есть, урон чисто процентуальный. Его плюс никак не влияет на него бронь. Максимум это... Я же говорил, отражалки. Вот, аса есть. Поехали. Let's go, baby. Оу! Оу, щит. Вот это мы попали. Опять же, недомогание, блин. Вот реально недомогание портит всю картину. А так круто держался. Вот такие вот дела, ребят. Посмотрим, что он будет делать уже дальше на следующих прорывах, как он себя покажет. Но с того, что вы видите, он реально очень крутой, очень универсальный. Небольшая прокачка, я думаю, он будет просто тупо охрененный герой. И надо будет потестить его в дефе. Он наносит очень много урона. И я думаю, с ронинами будут проблемы теперь прохождения таких раз. Но я думаю, мы потестим. В ближайшем будущем я его закину, потестирую ронином. В общем, вот как-то так. Пишите комменты, ставьте лайки. Прожимайте репосты, ставьте лайки. В общем, делайте контент для других, чтобы люди видели, как надо качать, что за герои. Ну, блин, он нереально крутой. Вот то, что он парализует, вот, мне очень нравится, видите? Давай, тащи. Ну, блин, ну ничего он не сделает, когда толпа. Пофиг. Подарим ему эту победу. Все. Всем удачи, всем пока.